И снова здравствуйте, всем привет. Итак, захотелось попробовать сделать табун, посмотреть, что получится. В качестве, значит, понимания, возможно, пригодится потом на Дикий Запад. И уже, чтобы база какая-то была наработанная. Ну, хотя бы понимать, что это такое и где будут косяки. Так, погнали. Сначала что делаем? Закидываем лошадей. Лошадей вы можете скачать в группе. Там полностью со всеми анимациями. Значит, поубирал я здесь им седла, там вот эти сбруи, потом вот эти, как их там еще называть, сумки ездовые. Ну и, в принципе, давайте добавим сейчас путь и потом, значит, закинем уже в сцену. Так, семерка на нампаде, Shift A, сочетание клавиш, закидываем, значит, куру патч. Не крутим ее, не вертим, просто заходим в Edit Mode, а вот теперь можно ее крутить. Вот так. Выбираем какие-нибудь две вершины, выбираем Move и, значит, тройка на нампаде. Сориентируемся на два куба вот этих. Вот они. Оп. Так, теперь что нам понадобится? Нам понадобится зайти в Object Mode, выбрать нашего персонажа Кости, поставить здесь 300 кадров. Потом, значит, выбрать нашего персонажа, выбрать наш путь, нажать Ctrl-P и нажать Patch Constraints. Выбираем нашего вот этого коня Рик и заходим, настраиваем его, значит, уже в модификаторе. Анимация. Итак, вот конь побежал, ну, мало, значит, у него анимации. Что делаем? Заходим опять же в Online Animation, вытаскиваем вот это вот, значит, окошко, нажимаем на вот этот арматура Action и добавляем Action Clip до предела, до конца 300 кадров. Вот так вот. Смотрим, как бежит. Вроде бы нормально, да? Ну, давайте теперь на путь поставим, тут стоит 100 кадров, давайте поставим 200. Так, ну вот, чуть-чуть с замедлением, чтобы можно было это, значит, камерой нормально снять. Так, конь есть, анимация есть. Давайте все это сохраним в файл Save As. Сохраним, что это значит, конь бежит по пути. Сохраняем. Эта папка, значит, с лошадьми тоже будет в группе для скачивания. Если кому-то нужно, заходите, качайте. Ссылка на группу будет в описании. Так, заходим куда теперь? В новую. Нам нужна долина. Находим долину. Я тут уже некоторых коней набросал. Ну как, добавил, чтобы меньше вашего времени, значит, занять. И на одной лошади это все дело показать. Так, закидываем сюда, как ее, файл link. И на линковке выбираем табун. Находим, где этот конь находится. Находим его коллекцию и коллекцию забрасываем. Так, теперь нужно посмотреть, куда он у нас убежал. Смотрим. Вот он, конь находится. Семерка на нампаде. Делаем R перекрутку. И G куда-нибудь его. Ну, давайте. Чтобы он как бы по центру, что ли, бежал, да? Так, теперь его нужно подсадить под наш участок земли, ну, чтобы он, конечно, не проваливался. Посмотреть, где он будет на вот этих кадрах. Вы видите, что он будет закапываться, да? Ну и, думаю, надо ему сделать S чуть побольше. Так, G. Куда-нибудь его подставить. А ну-ка, вот так, наверное. Смотрим, чтобы кони, вот видите, у меня висят. Возвращаемся на первый кадр. И надо будет выбрать, значит, все коллекции. И, значит, где вот здесь они подвисали на 200-м, да? Нужно будет их чуть-чуть припустить. Желательно отключать вот эту вот видимость. Так, раз. Смотрим дальше, что, где, как. Так. А ну-ка. Если R, но
Если я там сейчас на первом кадре опущу. Так, они тут что? Вот видите, что здесь они нормально подходят к этой штуке. Как это дело можно обыграть? Значит, можно прописать вот этим, значит, путям, коллекциям, значит, анимацию дополнительно. Допустим, вот если они здесь на каком-то участке вдруг приподнимутся, да, вот, как здесь, то, допустим, здесь мы выбираем, делаем R, вот так, припуск, так, и делаем, допустим, I, прописку. Так, нам понадобится теперь другие коллекции, вот эти, мы их G, тоже надо их припустить, подгадать. А ну-ка, так, здесь вот они уже проваливаются. Так, а ну-ка. Так, 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 так. Здесь они нормально, наверное. А нет. Так, или здесь они бегут. Так, а ну-ка смоем. Ну, таким вот образом можно, значит, их корректировать. Так, здесь они вроде бы все на бугру стоят. Давайте тоже выберем их, значит, через Shift левая кнопка мыши. И пропишем. Так. Где-то какая-то лошадь. Вот это, значит, это G. Ее можно приподнять. И прописка. И просто прописываем коллекции. Ну, чтобы, конечно, все это было как бы хорошо, да? Так, теперь, если мы выберем все коллекции, ну, чтобы лошадей было побольше, да? Делаем Shift D. И как бы их сюда вот отводим. Семерка на нампаде. Это значит G. Пусть создает толпу. Это значит замыкает где-то. Ну, тут рядом бежит. Это пускай дальний фон заполняет. Так, 0 на нампаде. И значит, что у нас получается? Оп. Вот так, да? И опускаем их пониже. Смотрим, чтобы они при анимации не поднялись. Так. Что-то я этих лошадей теперь не наблюдаю. Неужели придется им закидывать дополнительные, да? Так, вот они. Оп. Опа, они есть? Эти? Они выровнялись с этими лошадьми. Почему? Потому что нужно удалить им тогда вот эти анимации. Так, это разбор прошел, значит, понятно. Так, теперь, раз они такие капризные, так. Так, это значит G где-то на дальний план. Ну, чтоб опять же не пересекались, да, там цветами, как-то еще что-то. Так, одна лошадь пусть бежит еще впереди. Как бы их надо красивее вот так вот поставить, чтобы взять, значит, красивым планом, да? Так, вот дальние лошади, если где-то они что-то там провалятся, я думаю, что... Вот, видите, да? Это чьи? Вот они. Чьи вы будете, да? Опа!
Если где-то что-то провалится чуть-чуть, но это не так, я думаю, будет страшно. Тут еще бляха какая-то зачесалась. Надо ее найти у какой-то лошади и удалить. Так, смотрим, что получилось. Угу. Вот это белая лошадь, как бы ее дальше нужно отвезти, а вот это вот ее будет не видно. А ну-ка. Так, тогда чумазую чуть-чуть вперед. Где-то вот туда, да? А рыжую тогда чуть-чуть назад. А ну-ка, 0 на нампаде. Камера, видимость. Так, и теперь получается у камеры удаляем все анимации, и нужно прописать анимацию. Так, возвращаемся на первый кадр. Начать, конечно, охота swap, но Shift F клавиша. Давайте вот так вот. Так, возьмем вот эту лошадь, значит, как бы ноги крупным планом. Опишем и камеру, прописка. Так, теперь, значит, delete и смоем. Вот они побежали, побежали, побежали. Нам нужно взять какой-то ракурс более-менее симпатичный. Shift F. И задом вот так вот. Даже не задом. Так, смотрим, где у нас вообще лошади. Нужно взять крупным планом их, как бы проводить. Показать, что это есть табун и прописка. Так. Так, потом, значит, на 140-м Shift F мы должны приблизиться, значит, к лошадям. Так, где-то вот с этого ракурса, наверное. Вот так вот. Или показать их боком лучше, да? Прописка. А ну-ка. Так, Shift F. Не полностью берем. Как бы сопровождаем камерой их. Вот видите, камера вперед идет, а они как бы вот движутся. Камера их сопровождает. Большая часть, значит, ну не большая часть, да, большая часть у нее уходит вперед. И она как бы вот эту пустоту ведет перед ними. И значит, получается, как будто она их сопровождает. Как вот, смотрите, раз. Так, сейчас камеру не видно, я отключил, да? И так не видно. А ну-ка, что ты? Что ты конючишь? Мышка уже конючит. Все конючит. Я его мало. И вот она райт. И повела, 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 повела. Можно даже еще больше их повести. Давайте до 200-го вот этого G. Передвинем камеру до 200-го. А ну-ка, смоем. Вот она ведет, ведет. Они как бы уходят. Но у нас 300 кадров. Это не подходит. Shift F. Прописываем, прописываем. И значит выходим. Вот можно, значит, выйти. Так, но здесь видно, что они как бы строем идут, да? Ну так, давайте выйдем на лошадей. Потом и прописка, да? Ну, чтобы табун полностью показать, там раз, там оп, он уходит, уходит, уходит. Там с копыт начинаем, повели, 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 повели. Так, теперь, значит, и на каком? Давайте на 280-м Shift F. Как будто камера подлезла, значит, под персонажей. Вон, видите, куда они
Залезли. Так. Давайте пока камеру установлю и прописка. Ну тут их надо конкретно уже опускать, да? Так, значит, камера. Так, коллекции, коллекции. Вот эти тогда удаляем. Угу. G. Потом, значит, тоже G. Так, белая лошадь заполняет тоже задний фон. Мустанг тоже на место. Я как рыжую подняло, да? Так, чумазый чуть-чуть повыше. И дальний чумазый тоже чуть-чуть повыше, чтобы копыта были видно. И убираем все коллекции и прописываем И. Почему опять же не высвечивается окошко? Потому что я в кейнге сразу поставил локация, ротация. Если я отключу и буду нажимать английскую И, у меня будет появляться окошко. Я буду выбирать здесь. Но это постоянно долгая песня. Ставим здесь вот локация, ротация и все. Прописываем. Так, 240. Смотрим дальше. Так, ну здесь вроде бы как бы еще нормально, за исключением мустанга, да? Так, а ну-ка. Опа. Так, а тут что за разнобой? Так, надеюсь, вы тут не висите. Здесь бы как бы они еще и в полете, да, но... Короче, будем тут уже кардинально их опускать. А ну-ка, G. Прописка И. А здесь R прописываем чуть под нагиб. Ну, как бы так бы. Мне вот каким ракурсом? Вот этим мне больше нравится. Если вот брать, допустим, вот. И съемку делать снизу. Как бы симпатичнее выходит. Ну, сейчас и так попробуем. Так, камера. Вспышка 0. Угу. Вот здесь уже не есть гуд. Смотрим. Так, здесь вот он уходит. В камеру попадает, что нога у него заваливается. Это не есть хорошо. И пропишем. Там вроде бы все нормально. И, значит, смоем камеру. Камера у нас здесь должна уже... Shift F. Как бы уйти, да? А ну-ка, если мы ее пропишем тут, и когда они убегут, тут должны, ну как, они должны зацепить эту камеру. Вот. Здесь она, камера пошла, 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 пошла. Так, здесь вот эту тогда камеру delete. Угу. И хорошо бы попасть, чтобы прям вот это копыто. А ну-ка, вот это delete. Так, Shift F. Или их вот так вот проводить. Вот вопрос тоже, да? Проба такая. Ну, давайте проводим, может, лучше вот так. Раз. И как бы со спину так передних возьму. И они как бы должны убежать.
Ну вот отсюда точно должно убежать. А ну-ка, им не хватает по кадровке. Тогда вот этот G уводим на 260. Вот отсюда они уже должны пробежать мимо и уйти с кадра совсем. Видите, им тоже не хватает. Ну, было бы прикольно, конечно. Но здесь, короче, где они уходят, камеру можно Shift-F как бы поднять в небеса или на гору, да, вот так вот. Ну, смотрим. В принципе, симпатично. Еще, значит, есть еще одна лошадь, две лошади с разными цветами. В принципе, будет прикольно. Если теперь попробовать вот это вот поразводить их там как-то, да, или пустить косиной, где-то завернуть. Ну, я думаю, так, если вот здесь вот еще будет нормально. Так, а ну-ка. Так, камера, и значит здесь вот план вроде бы хороший, 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 и значит сопроводили и уходят, уходят и на крупный план. Так, да? Давайте на 240, а здесь тогда передвинем G на 180. Ага, тогда теряется картинка, да? Ну, сейчас смотрим. Раз, 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 раз. Вот здесь уже получается пустота. Shift-F возвращаем сюда. Меньше акцент на ноги, больше на тело. И, значит, они убегают. Но убегают как-то некрасиво. Shift-F. Ну, так уже пойдет, вроде бы как бы. Но это на несколько рендеров делать. И сейчас вот видите, мало камеры прописано. А это будет при рендере, она будет как бы дергаться, да? Давайте пропишем побольше вот этого всего тут, чтобы камера уже ходила хорошо, быстренько, ну как мягко переходы были. Не так, что рывок, рывок, как в аниме, да? Так, сейчас еще нужна настройка света. Тут еще есть туман с прошлых роликов. Сейчас что-нибудь посмотрим, что вообще получится. Так, ну, в принципе, что, нормально, да? Так, включаем небо, включаем туман. Так, а ну-ка, где у нас туман? Ах, туман, туман. Сейчас нужно еще купол настроить, и потом будет рендер. Так, смотрим файл. Find Missing. Смотрим, где у нас тут купол. И видите, по прошлому ролику, что купол сейчас будет немножко конючить. Надо его опустить пониже и сделать S еще побольше, да? Оп. Так, а ну-ка. 0 на нампаде. Вроде картинка хорошая. Нужно теперь настроить вот это небо. Смотрим, что у него там в шейдингах. Так, это у нас туман, сфера. Туман пока можно отключить. И видим, что здесь не настроен у нас, значит, этот купол.
Итак, давайте посмотрим по прошлым роликам, как тут все устроено. Значит, вот он купол, это туман. Значит, шейдеры, шейдинги, да, смотрим, что тут у нас. Так, это вот он у нас купол. Давайте я побольше поставлю, чтобы вы могли сделать скриншот и потом повторить все это дело. Эмиссия, Transparent BSDSF, перемешивание, миксер, текстура, ну и вот это лифт патч на камеру Ray стоит. Так, ну вот как бы, да? Так, это у меня настройка, значит, так, тумана по прошлым роликам. Ссылку на ролик оставлю в описании. Тоже можете вот сделать скриншот и повторить на любой примитив, на куб, на, значит, цилиндр. У меня стоит на сферу. Просто сфера, и на сферу вот эти ноды добавлены. Так, все это дело понятно. Все по прошлым роликам. Теперь нужно вот эту вот, видите, вот сфера, ее нужно передвинуть к нашим лошадям. Так, и посмотреть через камеру 0, чтобы туман сюда, значит, все-таки попал. Пока, значит, я отключу купол. Смотрим, семерка на нампаде, сферу можно, а ну-ка, покрутить. Вот она, да, оп, пошел туман, наверное. Так, 0 на нампаде. Плоховато его тут видно. Вот здесь вот его хорошо видно. Значит, давайте его еще, наверное, передвинем. А ну-ка. Так, ну вот сдалека его хорошо видно. Вот спереди. Вот с этого ракурса. Вот с этого. Вроде бы туман есть. Значит, нужно еще его немножко покрутить. Вот так он выглядит. А ну-ка, R. G. А ну-ка, можно даже попробуем, давайте, S. И G поднимем повыше. А ну-ка. Так, ну уже, как бы говорится, что-то, да? Вот. Так, смотрим. 0 на нампаде. Ну, думаю, туман есть. Слабенький, но туман. А ну-ка, S, 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 S. Смотрим опять же. Так, 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 так. G, R. Покрутим, повертим. А ну-ка, если вот в эту сторону. Так, ну туман как бы есть. Надеюсь, камера его увидит. Заодно проверим его рендер, да? Так, а ну-ка. Угу. Так, теперь что у нас? Сфера. Так, вроде бы что-то этакое есть. Сейчас еще можно полазить в нодах. И вот у нас есть лампа. Но лампа нам свет. Значит, находим, где у нас находится этот свет. Так, свет. Вот он, значит, R. R, 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 R. Еще его перекрутим. Подгадаем. А ну-ка, R. G. Во. Так, 0 на нампаде. Ну, в принципе, освещено. Так, лошадей немножко плоховато осветило, да? Давайте G передвинем R и как бы. А ну-ка, 0. Не, нормально. Так. С туманом. Надо кое-кого еще сгладить.
Так, ну, в принципе, что? В принципе, как говорится, нормально. Вот так вообще нормально. Если снимать, значит, с экрана, то все вот снимается. Вот по настройкам нужно немножко, наверное, вот свет немножко плохо освещает лошадей. А ну-ка, если поставим 6000, да? Вот, уже лошади освещены лучше. Так, немножко как бы покрутить, повертеть, не без этого, да? Так, а ну-ка, если сюда его поближе передвинуть. Так, так, так. Ноль. Смотрим, что получается. Так, давайте вот этот край, наверное, попробуем теперь осветить. А ну-ка, лампа. А ну-ка, R. Во. Ну, так будет, наверное, получше. А ну-ка. Где тут камера? Ноль. Здесь она уходит. Так, тогда здесь нужно еще прописать свет. Значит, что у нас получается? Заходим в layout, 0 на нампаде. Так, где у нас источник света? R. Здесь мы его пропишем, значит, английская и. Потом они бегут, бегут. Так, а ну-ка, давайте-ка источник света за них поставим. Во. Тогда они вообще что-то темные, да? Так, если источник света поставить на них, а ну-ка. Так, 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 что эта лампа у меня соскочила? Так, тут тень. Принципе, будет нормально. Нужно лошадей теперь сгладить. И будет, в принципе, ничего так. Тут еще волос нужно убрать. Так. Так, ну все, как бы вот такая настройка пока. Сейчас теперь рендер сделаю и можно будет поглядеть.
Это займет какое-то у меня время. Так что раз, перемотка, и вот он, значит, уже рендер.